Я всех приветствую на своем канале. И сегодня речь пойдет о том, как попасть в музыкальный сборник для того, чтобы стать на одну ступень с известными певцами. Скачиваемость в таких сборниках очень большая. Цена от 50 до 100 долларов за одну песню, чтобы попасть вот в такой сборник. Посмотрите на скачиваемость. И это только один сайт. Я всегда на своих примерах показываю, чего можно добиться за короткий срок в музыке. Вот посмотрите, мои песни в тысячах музыкальных сборников. Наберите в гугле и сами убедитесь. Я думаю, что каждый певец хочет быть знаменитым. А музыкальный сборник – это один из видов комплексного пиара для певца. Обращайтесь, с вами я, Эльдар Артист, и мой продюсерский центр.